Всем привет! С вами Ярославна Громакина. И сегодня мы продолжаем разнообразить нашу страничку или нашу группу ВКонтакте с помощью развлекательного контента. Вы все прекрасно знаете, что если будете постить только сообщения коммерческого характера, то они очень быстро надоедают подписчикам, вашим читателям и друзьям, и люди начинают отписываться, либо скрывать из новостей. Поэтому, чтобы ваша страничка была интересна, чтобы ваша группа была интересной, нужно публиковать на ней и развлекательный контент. Вообще считается, что рекламные посты должны занимать максимум 30%, да, всей информации, все остальное 70%, да, это должно быть у нас посты развлекательного характера, либо просто информационного. Итак, сегодняшнее задание наше, оно будет проходить в формате челленджа. Сейчас это очень популярно. Челлендж, что такое у нас? Это вызов, говоря русским языком, а вам слабо. Он у нас будет проходить, значит, таким образом. Вы предлагаете вашим друзьям или подписчикам начинать свое предложение в комментарии фразой «Если бы ты был». Если бы ты был, а дальше они придумывают продолжение. Например, если бы ты был президентом, то первый указ, который бы ты издал, звучал бы, человек продолжает, да? Или если бы ты был актером, то в каком фильме хотел бы сняться? И так далее. Следующий комментатор, он пишет ответ на предыдущий вопрос и задает свой. Это очень хорошо поможет расшевелить ваших подписчиков, ваших друзей ВКонтакте, напрячь извилины, скажем так, и разнообразить ваш контент. Всем пока!